Гарри, мне хотелось бы колдовать так же, как ты. Давайте посмотрим список отряда и выясним, кого еще нужно найти. Чтоб мне провалиться. Это труднее, чем я думал. Взгляни на карту. Посмотрим, кто еще остался. Какие-то слизеринцы разнесли зал наград и отправились искать Филча, а меня заперли. Лучше ее оттуда вытащить. Если Филч ее поймает, Гриффиндору до скончания века не видать Квиддича. Ну да, страшнее этого ничего быть не может. Давай придумаем, как вызволить Анджелину. Вингардиум Левиоса! Эй, Анджелина! Гарри? Я уж думала, вы меня бросили. Малфой забрал у меня волшебную палочку. Нам нужно здесь все убрать до прихода Филча. Скорей! Боже, ты тренировался, а нам ничего не сказал. Филч может объявиться в любую минуту. Вот так. Продолжай. Если Амбридж нас застукает, мы трупы. Отлично, Гарри. Мы почти закончили. Вингардиум Левиоса. Если Филч увидит этот разгром, он от злости свихнется. Репаро. Репаро. Помочь? Репаро! Давайте вместе! Она здесь! Попался! В чем дело, мистер Филч? Не знаю, что тут творится, но запомните, я все время слежу за вами! Спасибо, Гарри! Не за что! Мы тут, кстати, нашли место для занятий отряда Дамблдора на 7-м этаже. Вот здорово. Я приведу Алисию и Кэти. Увидимся. Я повесила список отряда Дамблдора на доску объявлений. Посмотрим, кого еще нам нужно найти. Вингардиум Левиоса.
Вот так так. Мы уже нашли кое-кого из отряда. Проверим, кто остался. Гарри? Амбридж конфисковала кое-что из вещей Фреда и Джорджа. Филч думает, что это бутылочки с любовным зельем. А на что Фреду с Джорджем любовное зелье? Так это и не оно, безмозглый ты тролль. Это яд Докси для забастовочных завтраков. Нужно вернуть эти бутылочки, иначе Фреда и Джорджа выгонят из Хогвартса. Бутылочки хранятся у Амбридж. Гарри, а можешь ты использовать мантию-невидимку, чтобы их забрать? Конечно, вот только заберу ее из спальни. Эй, вы там! Сюда! Заберитесь на что-нибудь! Я здесь, у двери! Вингардиум Левиоса! Я хочу с вами поговорить! Депульсо! Акция! Гарри! В нашей тайной комнате появилось столько нового! Я возле камина. Слушай, такое дело. У меня есть твой снич. Помнишь, ты его потерял? Я тоже потерял свой снич. Он где-то на других портретах. Верни мой снич, получишь обратно свой. Идет? В этом замке столько секретов. Я здесь уже столько лет, что и не сосчитать. И все равно не знаю всех тайн Хогвартса. Депульсо! Акция! Вингардиум Левиоса! Вам не попадался на глаза снич? Что такое снич? Простите! Простите, это ваш снич? Снич? Какой снич? Тот, что у вашей головы. Мой снич у того старого чудака? Как ты меня назвал? Чудаковатый старый глухарь. Отдай снич. Не получишь, пока не извинишься. Что за... Вот наглец. Ха, великий ловец не останется без снича. Гарри, держи свой. Вот грубиян. Меня так не оскорбляли с 1843 года. Я играл везде. Да-да. И на парадной лестнице, и в гостиной. Абсолютно везде. Эх, Гарри, жаль, мы не можем сыграть в квиддич вместе. Ах, как я когда-то играл. Дашь списать конспект по истории магии? Нет. Вингардиум Левиоса! Ты... Пожалуйста, Гарри, забери мантию. Амбридж в любую минуту может проверить, что в бутылочках. Я заберу ее из спальни. Дина меньше плакатов Вестхэма, чем обычно. Миссис Уизли с ума бы сошла от такого беспорядка.
нашей секретной комнате появилось много нового, Гарри. Отлично, Гарри. Мне это нравится. Помни, Рон, мы должны вести себя тихо. Никакой болтовни. Это ты мне? Да ты сама и 20 секунд промолчать не можешь. Главное, не пользоваться заклинаниями. Здесь просто не хватит места, к тому же нас могут увидеть. На поиски приключений. Эй! Что это было? Ай! Эй! Дети должны быть на виду. Раз. И молчать. Два. Ты же любишь тайны. Я столько хочу тебе показать, Гарри. Привет. Привет, Ханна. Что это ты делаешь? Я... Мне надо подумать. Запомнить. Нет, ничего у меня не получится с повторением. Ну, с одним предметом мы можем тебе помочь. У нас будет собрание по защитным заклинаниям. Собрание? Но Амбридж ведь запретила все клубы и кружки. Она нас увидит. Я провалю экзамены. Меня исключат. Нас всех исключат. Да брось ты. Мы пройдем по тайному ходу, никто и не заметит. Правда? А где это? Мы тебе потом скажем. Пойдем, Гарри. Теперь нам придется искать тайный ход на 7-й этаж, иначе Ханна не придет. Что-нибудь найдем на парадной лестнице. Пойдем посмотрим. Простите, не знаете ли вы секретного хода отсюда на 7-й этаж? Конечно, знаю! Я же охраняю этот ход! Прекрасно! А нас вы пропустите? Пароль «Лживый прохвост». Пароль? «Лживый прохвост». Надо сказать портрету астронома на 7-м этаже «Лживый прохвост». По этому ходу ты сможешь прийти на собрание, и тебя никто не заметит. Спасибо. Джастин Финч Флетчли обещал мне помочь с заклинаниями. Я ему тоже скажу насчет собрания. Я повесила список отряда Дамблдора на... За вашим портретом есть тайный проход? Тебе-то что, мальчик? Ты не из Слизерина и не сможешь пройти. Если, конечно, не знаешь пароля. Нет, не знаю. Я так и думала. Попробуй спросить кого-нибудь из учеников Слизерина. Они тебе подскажут. Проклятые дети! Инцендио! Мы еще не всех нашли. Посмотри на карту. Ты же сам говорил, что положил мантию в сундук. Ты что, забыл? Я заберу ее из спальни. Ты что, еще не взял мантию-невидимку? Без нее не пройти мимо Амбридж. Я заберу ее из спальни. Пожалуйста, Гарри, забери мантию. Амбридж в любую минуту может проверить, что в бутылочках. Я заберу ее из спальни. Мне это нравится. Ух ты.
Надеюсь, вазы нам больше не грозят. Меня уже тошнит от этих ваз. Ну и как мы пройдем мимо них? Надо их как-нибудь отвлечь. Заставить отойти от кабинета Амбридж. Амбридж нас убьет! Быстрее! Осторожней! Кто это? О, нет! Репаро! Ой! Вы это слышали? Репаро! Осторожней! Пивз, ты где? Сколько тут всего? Удивительно, что у студентов еще хоть что-то осталось. Как же мы тут найдем бутылки? Акцию «Яд Докси». Ну да. Именно об этом я и подумал. Пора убираться отсюда. Ой. Пивз, я тебя игнорирую. Получилось! Получилось! А Фреда и Джорджа поблизости нет, так что она их не заподозрит. Их вообще бы ни в чем не заподозрили, если бы они вели себя по-другому. Ладно, пойдем в гостиную Гриффиндора. Вот если бы мантия была побольше. Нам нужно сообщить о собраниях остальным членам отряда. Их список на доске объявлений. Отлично! Верну их Фреду и Джорджу. И передаем, чтобы были поосторожнее. Я бы не хотела, чтобы их исключили. Дело не в том, что их исключат, а в том, какую сцену устроит Ма. Это точно! Рональд Уизли, как ты допустил, чтобы твоих братьев исключили из школы? Увидимся. Thank you.